Всем привет, меня зовут Люцис, и мы находимся на антирейд, нет, на рейде базы Махон. Я уже рейдил эту базу, плюс я посмотрел один ролик на Ютубе, где ее тоже рейдили, и увидел то, что не рейдил тот раз, когда ходил. Вот эту часть я не открывал, например. Я зашел с той стороны, сверху, и открывал только там. Плюс еще вот эту часть, которая является неким пустым местом, что ли. Там вольеры, плюс там очень большая свободная зона. Там ничего нету тупо. Ну, вообще ничего. Просто зелень, даже без пола. Надо было, оказывается, зайти отсюда, потому что здесь нету ни буферки, ничего. Ну, теперь-то мы знаем. Давай, 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 зомби. Валить, 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 валить зомбари и убить зомбари. Фикс. Тут еще генератор есть. Давай, 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 отлично. Так, мы сломали этот сундук. Я сломаю еще вот этот сундучок. Я их все сломаю, покажу вам, что тут за лут есть. Этот сундук. Главное, сишку не использовать сейчас. Хотя я ее взял, да, мне еще две сишки. Так, вы умираете, Боринг. Но почему ты толстяка-то бьешь? Давай, давай. Что происходит с толстяками там? Видели, нет? Ходили вправо, влево, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Что, глючим, пацаны, да? Давай, давай, давай. Сколько вас уже много, да? Полчаса их убиваешь. Так, это я сломал. Тут у нас мех. Ну, может, и заберу, если ничего другого не найду. Так, потом мы ломаем, ломаем. Не знаю, троллить. Ну да, если отсюда зайдем, у меня получится и будет возможность потроллить громилу чутка. Смотрите, какая большая, огромная база. Тут, кстати, есть топовый лут, я потом вам покажу уже под конец. Ну, не под конец, когда вот это открою. Тихо, тихо. Фига себе, тут ветер разбушевался у меня. Блин, уже 78. Это не густо, не густо, не густо. Придется сейчас это делать и умирать тоже. А, блин, я же чемпер не зарядил, у меня что-то, я ничего нету. Ладно, тогда попробуем потроллить их чуть-чуть. Давай, 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 умирай. Ах, вот эти три толстяка, блин. У нас получится вас потроллить чуть-чуть, нет? О, один ушел, отлично. Вернулся. Ну, давай, уходи. Ой, блин, что-то я тупанул чуть-чуть. Я забыл, что тут колев-то нету. Так, давай, давай, иди. Троллься, а, пожалуйста. Ну, тебя умоляю. О, молодец, побежал. Давай, давай, пошел. Сейчас мы подождем, чтобы он туда за стену отошел. Я сломаю там два стенда или три стенда. Три стенда. Заберу оружие, положу это все в чемпер. И позволю себя убить этому толстяку. Ну. Как ты долго идешь? Толстячок. Ну, наконец-то. Давай, давай, иди сюда, по стеночке, по стеночке. И раз, и два. Давай, стой тут. Забираем. Так, тремки. Что такое? Калаш. И ВСС, Кольт и Калаш. А, и Скар. Что я туплю-то? Так, это мы сюда положим. Вот так, вот так, вот так и вот так. Толстячок, привет.
я еще это заберу. Ты не против, если я тут похожу с тобой? Ты мне не мешайся, главное, ладно? Давай, давай. Да я понял, что тебе не нравится, что я тут краду все, что мне хочется. Блин, броня уже полностью убитая. Все, давай. Отлично. Давай, воскрыш. Так, сейчас, получается, мне надо взять броню дома какую-нибудь. Потому что троллить громилу, это не есть хорошо. Пару ударов он все равно даст. Так, броня у меня где-то тут валялась. Раз, два, три и четыре. Оденем такую броню. Это мы положим, 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 положим. Зомби. Вот тебе именно сейчас надо было сюда прийти, да? Поехали. Едем с генератором, пусть там лежит. Никому не мешает. У меня уже 7 генераторов, это 8. Что с ними делать буду? Разбирать их невыгодно. Там такую хрень дают за них. Это, по-моему, 1/10, даже нет, 1/20 часть того, что ты тратишь, чтобы его построить. То про тот же бензин, там есть 3% шанс выбить бутылку бензина. Бутылку бензина, не канистру, а бутылку. А чтобы его построить, нужно 40 канистр. Я не знаю, может, 30, конечно, упростили, но я помню, что я долго ворочался с этим бензином, потому что у меня тогда его не было. А тут они просят 40 штук. А, блин, я ж тебя не убил вообще. Тебя даже не надбил, нифига. Ничего страшного, вот сейчас надбил. Одеваем, забираем. Это мы сюда, сюда, сюда и сюда. Идеально. Сейчас у нас полностью пустой инвентарь, можно сказать. Ух ты, ё, а тут я не видел. 20 белой краски, охренеть. Черная краска, морковка, это можно похавать, обязательно надо похавать. Это мы сюда положим. Нельзя, да? Ну ладно. Я тебе броню скину, братишка, может тебе пригодится. И заходим, смотрим, что в этом сундуке. Пусто, окей. Что в этом сундуке, маска, окей. Что в этом сундуке, пластины, 20 журналов. Я заберу их, я не знаю, зачем они мне нужны, но вдруг в будущем я смогу с кем-то обменяться. Это же просто, это 20 уровней, даже больше. И, возможно, кому-то они реально пригодятся. Можно будет обменять, если будет возможность такая. Я что-то сомневаюсь, конечно, но мало ли. Здесь ничего. Надо открыть вот этот сундук. Я прям чувствую, что надо. Да, надо. Правильно чувствую. 5 пластин. Офигеть, какой лутецкий классный, а. Тут еще 4 двигателя. Я их заберу. 4 это не один, это намного круче. Что делать сейчас? Чомпер, у меня уже все забито. Места больше нету. Тут я все забрал. Вот здесь вот он забирал тоже, да, вот это. О, да, они еще есть. 20 дубовых досок. Это 60 бревен, то есть это надо сходить один раз, очистить красную локацию дубовую. Теперь вот здесь. Что я забирать буду? Куда я буду забирать это? Ладно, морковку мы выкинем. Батарейки заберем. Потом набиваем. Раз, два. Надбил. Раз, два, три. Громилка. Может, ты пойдешь туда все-таки? Молодец. Красавчик. Вожуха. Люблю такие базы, вот такие пустые. Сейчас громила будет тут побегать у меня. Спортсменом станет, блин. А, это эти его пришли. Давай, возвращайся, громила. Тебя будем троллить. Чтобы он не накапливал удары. Чтобы он не делал удары. Чтобы у него всегда был один и тот же дамаг. Если я вот сюда встану, ты побежишь обратно?
Ну. Так, молодец, красавчик. Давай, беги дальше. Вот так, молодец. И что там ближе, да? О, еще 17 досок. Здесь у нас камни, окей. Здесь у нас доски. Громила, ты там, где ты идешь, нет? Здесь у нас камни. Ну, беги, молодец, красавчик. Теперь думаем, что мы будем брать, что мы оставлять будем здесь. Пока не знаю даже. Катану я все равно не смогу убрать. Ну, не по... Так, если так, только ну, это глупо. Сюда надо что-то положить, это раз. И ничего не могу из этого положить сюда. Печально, печально. Здесь ничего. Здесь камни. Ну, заберу пару камней, что делать. Доски, лучше доски заберу. Камней много. Доски, доски, лучше. Доски, доски. Здесь у нас ничего. Здесь у нас ну, флешки. Ну, нахрена они мне нужны. Давай еще раз побеги, пожалуйста. В смысле? Ну, пошел. Как я могу это вот эти два места-то использовать? Что могу положить, а? Даже не знаю. Надо посмотреть, что там в начале было. Может, там какое-то оружие пропустил еще? Он убежал! Он убежал! В смысле, ты убежал? Ты, чувак, ты же... Я... Вот. Вы это видели? Он сейчас убежал, по идее. Так. Серьезно? Тебя... Нет, он тут. А, подожди, а как это... Что это было тогда? Да ладно тебе, беги. Еще раз хочу попробовать. Мне стало очень интересно, что это было. Вот он вот здесь аж стоял. По идее, это уже ты уходишь за локацию вот на этом месте. Странненько, однако. Тут ничего я не смогу сделать. Тут забрать тоже ничего не смогу. Тут тоже. Ну ладно, тогда будем уходить, наверное. Да, скорее всего, буду уходить. Больше сундуков нету. Здесь у нас ничего нету такого, чтобы мне хотелось забрать. Наверное, там все, я выйду. Лут я топовый забрал. Сейчас покажу, что мы толком, что мы все, что мы забрали-то. Домой приеду, покажу все, расскажу. Посмотрим, что за это рейдеры потребуют. Жалко, что вот эти два места не заполнил. Печально. Надо было оружие брать в руки. А, так бы два места еще свободных было. Но ничего страшного. В следующий раз буду думать об этом. Давай. Давай, заходи, заходи. Здорово. Так, сюда мы так положим. Вот так, и вот так. Заходим обратно и смотрим, что мы, собственно, стыбзили. Мы это не брали. Вот примерно вот это мы стыбзили. Не примерно, а вот это. 60 досок, обычных досок, сосновых, 2, 37 дубовых. Раз, два, три, семь огнестрела. Три эмки, калаш, ВСС, Скар и Кольт. 40 железа, 20 железных пластин, 4 стальных пластины, 5 медных слитков, 2 стальные, 2 стальных слитка, 40 угля, 20, как они называются-то, карт доступа бункера Зулу, которого еще нету в поминках, 4 двигателя, 20 белой краски, для меня это впервые 20 белой краски, 20 журналов, 4 красных талона, 20 батареек и 20 пружин. Как по мне, это... Ну, это топовый лут. Посмотрим. У меня есть что-то тут? О, 4 фильтра.
Отлично. Что мы тебе дадим? Засунь. Да ладно. Интересно. Интересно. Ого. Четыре фильтра, это для него шутка. А 20 журналов. А 10. А 5. Неплохой навар. А если смешать? О, кстати, Зулу. Карточка Зулу. Может тебе ее дать? Она все для тебя считается хоть? Нет, она не считается. Неплохой навар. Похоже на правду. Я знал, что ты можешь доверять. Ну, пусть будет неплохой навар. В принципе, 5 журналов и один воздушный фильтр. Или движки. Можно движки отдать. Засунь. Серьезно. Ну ладно, пусть будет так. А на этом все, ребятки. Я с вами прощаюсь. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Комментируйте. Пока-пока. До скорых встреч.